Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Павло Зоткін, депутат Миколаївської міської ради, фракція партії «Опозиційний блок», постійна депутатська комісія з питань економічної та інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Павел Сергійович. Тема важная и актуальная. Собственно, она очень так достаточно серьезно прозвучала в четверг на очередном пленарном заседании очередной сессии Николаевского городского совета, а именно взаимоотношения города Николаева, николаевцев, городской власти с газовым монополистом, предприятием «Николаевгаз». Прозвучала она в двух аспектах. Один из этих аспектов – это тема установки подомовых счетчиков. И нельзя сказать, что тема новая, она уже на слуху. Достаточно болезненно граждане реагируют на вот эти вот истории с установкой именно подомовых счетчиков. Ну и вот теперь это все так выплеснулось в достаточно эмоциональное обсуждение. Какое окончательное решение вчера приняла сессия? Или так ни до чего, собственно, не договорились? Ну, я скажу так, что вчера этот вопрос действительно бурно обсуждался. Этот вопрос настолько важен и близок к каждому, потому что это касается... бюджета каждой семьи. И вчера в ходе обсуждения различные мнения высказывались, еще раз обсуждалась законодательная база. Было принято решение в срочном порядке провести дополнительные консультации, комиссии депутатские, встретиться с представителем Николаевгаза для того, чтобы уже окончательно принять перечень мероприятий, которые позволили бы в городе снять этот вопрос. То есть еще идет процедура переговорная, можно так сказать. Ну вот, собственно, о истории, которая предшествовала. Да. Уже этот созыв городского совета голосовал за введение моратория на установку подомовых счетчиков. После этого газовый монополист сказал, что, знаете, мы монополист, и поэтому регулируемся не местным законодательством, а немножко иного уровня законодательной базы, поэтому будем продолжать ставить. Но, собственно, граждане возражали. Конфликтная ситуация нарастала, и вот последнее же время собиралась, консультировалась некая рабочая группа в составе городской исполнительной власти, представительской власти депутатов и непосредственно представителя Николаевгаза. Так ни до чего и не договорились окончательно? Я скажу так, что я в этом процессе нахожусь с самого начала. Дело в том, что Заводский район стал первым микрорайоном города, в котором монополист решил устанавливать шкафные и общедомовые счетчики. Почему возникла настолько резонансная ситуация? Дело в том, что люди посчитали это очередным наступлением на свои права. Уже никто не верит сегодня монополисту с тем, что он придет и сделает что-то хорошее для людей, сократит их расходы и прочее. Все. Шкафные ведь устанавливались на стены частных квартир, приватизированных квартир. Не спрашивая разрешения, а руководствуясь теми внутренними распоряжениями, которые скидываются из Киева для выполнения в городе. А я прошу прощения, вот как-то тема шкафных, может, что-то не слышу. Это подомовые, вот что такое шкафные? Шкафные – это ящики, в которых устанавливаются эти счетчики. То есть сначала исполнитель приезжает, устанавливает вот эти вот шкафные, крепит эти ящики к стенам. После этого приезжает уже непосредственно с этим счетчиком, вкручивает этот счетчик, и уже газ начинает поступать через этот счетчик, то есть такая процедура. То есть шкафная – это такая некая антивандальная штука, которая предназначена, чтобы как-то защитить прибор учета. Я правильно понимаю? Да, вы правильно абсолютно понимаете. Но ведь опять-таки я вот хочу вернуться, с чем связан вот этот вот резонанс и почему эта ситуация так болит. Да, потому что на сегодняшний день людям не объяснили, что несет в себе вот эта инвестиционная программа Николаевгаза для людей. И какие будут последствия этого, в том числе финансовые, прежде всего, это же людей волнует. Кроме этого, очень большой вопрос – это социальная справедливость. Ведь на сегодняшний день порядок расчета, который предлагает Николаевгаз, это он следующий. То есть из общего
из общего расхода газа дома, да, который дал общий домовой счетчик, из него будет вычтен объем газа, учтенный по квартирными счетчиками, а после этого остаток, так называемый, он будет разделен между квартирами и теми людьми, кто, ну, кто прописан. Соответственно, ну, возникает несправедливость. Вы же знаете, что у нас есть квартиры, в которых прописан один человек, а могут жить там несколько. Соответственно, разная интенсивность использования газа. Вот. А старшее поколение, да, оно там старается, ну, может готовить реже. И возникает больше вот этот... того, старшее поколение может на несколько месяцев вообще уезжать на дачу и да. не пользоваться газом. Этот вопрос тоже до конца не решен. Он обсуждался. То есть в том числе вот эти вот моменты, о которых в том числе и вы говорите, то есть они на сегодняшний день людям не дают ответа полностью. И вот социальная несправедливость, она выплеснулась в то, что депутатам городского совета просто звонили и просили помочь защитить свои права. То есть расценивая как наступление на, ну, свою собственность. Хорошо. Ну а вот вы непосредственно пообщались уже там, скажем так, без эмоций, без широкой публики. Пообщались с представителями Николаевгаза. Они вот, например, лично вас, как опять же потребителя газа, убедили или нет? Ну то есть вот то, что вы говорите, и я где-то согласен с этим. На самом деле такой особой разъяснительной кампании-то не велось. Началось-то все с чего? Что начали приходить и пытаться устанавливать эти подомовые счетчики, не объяснив людям, зачем это делается. И когда вот, собственно, уже началась негативная реакция, началась она практически сразу же, ну тогда начали объяснять. Да, у нас инвестиционная программа, мы просто не успеваем ставить подомовые, поквартирные, вообще это дорого, поймите нас. Вот попытки разъяснить ситуацию были последствием на болезненную реакцию людей, а не комплексом мероприятий, упреждающим эту болезненную реакцию. Вот вы пообщались с газовщиками, они вас убедили? Ну, я скажу так, что... сегодня позиция города, она требует усиления. То есть до чего, в принципе, договорились, ну, пытались договориться, скажем так. Процесс ведь не закончен. Речь идет о том, что город говорит о том, что есть же программа, да, по установке поквартирных счетчиков. И то, что на сегодняшний день она не завершена, это, ну, не вина сегодня горожан, прежде всего, не вина жителей. И мы говорим о том, что сегодня Николаевгаз должен приложить просто усилия, над возможное, невозможное, для того, чтобы этот вопрос закрыть. Но нам отвечают письмом НКРЕКП, которое, кстати, было направлено и на мэра города, в котором разъясняется, что для того, чтобы закрыть в рамках страны вопрос с поквартирными счетчиками, нужно приблизительно 5 миллиардов гривен. А для того, чтобы закрыть вопрос с учетом газа по домовыми счетчиками, надо порядка там, 200 миллионов. Вот. И поэтому на этом основании разницы в цифрах говорится о том, что проще уйти от санкций, которые принесет себе закон с 1 января 2018 года, вот таким вот путем. Ну хорошо, я так понимаю, что вот, скажем, из той бурной дискуссии, когда, собственно, к трибуне, к докладу уже был приглашен руководитель нынешний Николаевгаза, ну, собственно, из этого бурного обмена мнений был как бы такой выход найден, пока не ставить подомовых учетов, продолжить переговоры. Да. Результатом этих переговоров, с точки зрения вас, как, например, депутата городского совета, представителя самой крупной фракции городского совета, может стать что? Ну, в любом случае, я лично я вижу, что результатом переговоров, и вот здесь я хочу вспомнить, что вчера ведь прозвучало предложение лидера нашей фракции Игоря Сергеевича Дятлова о том, что для того, чтобы город усилил свои позиции, необходимо провести мониторинг тех сетей, ну, этих станций всевозможных, да, которые на сегодняшний день находятся в пользовании Николаевгаза, но принадлежат, ну, переданы в пользование от громады города. То есть вот этот аспект необходимо промониторить.
посчитать, что сегодня, как оплачивается сегодня это монополистам городу. И то есть, вот такой аспект тоже возможно усилить, для того, чтобы это не была игра в одни ворота. То есть, с чем это связано? Что сегодня сторона переговоров говорит о том, что все решения принимаются в Киеве. И они, как исполнители, действуют. Ну, единственное, что действительно была продемонстрирована, если можно так, вынуждена, да, добрая воля, когда договорились до вчера приустановить установку шкафных и общедомовых счетчиков. Это было сделано не только потому, что в городскую власть воспринимают всерьез. Это ведь было сделано после того, как стороны, скажем, да, город прошел достаточно серьезные конфликтные ситуации, они были очень острые, очень часто фактически депутаты городского совета вынуждены были разнимать готовых начальщихся драк. Я вот об этом спрашиваю. Есть какое-то понимание, что может стать компромиссом? Это ведь важный вопрос. Почему? Потому что время идет. Поквартирный учет, либо подомовой учет в какой-то момент уже будет не принципиально. Ведь нас пугают тем, что с 1 января 2018 года все, что без учета, в принципе будет отключаться от газа. И потом тот же Николаев Газ скажет: ну так вот, депутаты городского совета, они же нам просто мешали. Чего же вы от нас теперь хотите, граждане? И перекроют газ в одну девятиэтажку, вторую, третью, микрорайон. Ведь это же вполне обозримая перспектива, или нет? Что может быть предметом компромисса? Предметом компромисса, как я считаю, может стать меморандум, который четко очертит те мероприятия и сроки их реализации, да, которые позволят городу снять этот вопрос. Но я же говорю, что для того, чтобы действительно это было компромиссом, для того, чтобы все стороны предложили и доказали, что они предложили максимум усилий, и чтобы людям это стало понятно, необходимо уже просчитать все варианты и выложить условно все карты на стол. Я об этом говорю. Хорошо. Вы упомянули инициативу Игоря Сергеевича Дятлова по поводу того, что провести ревизию тех газотранспортных сетей, которые принадлежат городу Николаеву, но находятся в пользовании, монополиста, а также провести ревизию земельных участков, на которых расположены объекты газотранспортной системы. Ну и, тоже, я так понимаю, разобраться с тем, есть ли там арендная плата, платится ли она вообще, каковы ее размеры. Ну и, очевидно, в перспективе поставить вопрос, что если газовый монополист будет, сложно идти на дискуссию, то как-то давить через это. Эта инициатива возникла не случайно, потому что на самом деле эта инициатива возникла, как складывается впечатление, на иную инициативу газового монополиста в масштабах страны, разделить, тариф, который мы платим за газ, и выделить из него так называемую абонентную плату за транспортировку газа. И там тоже такие какие-то колоссальные цифры нарисовались. В зависимости от региона, от типа счетчика, который даже уже в квартире стоит, а их 4. И там как-то так это все достаточно путано, и для людей тоже страшно. Встал вопрос, о том, что давайте-ка заберем наши газотранспортные сети. Ну, тут я не знаю, а есть представление, а как это будет вообще работать? Я вынужден просто высказать свое мнение, что это является просто очередным доказательством того, что сегодня местная власть и люди становятся, их делают противоборствующими сторонами с представителями, которые сидят в Киеве, такие вещи принимают. Где же, о какой тут справедливости можно говорить? Ведь обратите внимание, в течение достаточно короткого периода, во сколько раз последовательно повышаются тарифы. То есть сколько же, кто задумался о том, сколько еще в том кармане, из которого постоянно черпают, осталось? Кто-то об этом думает, понимаете? Видим, что нет. То есть на сегодняшний день люди, которые принимают такие решения, они смотрят на людей, в том числе на потребителей, просто как на источник бизнес-интересов.
Ну, это насколько это коррелируется с понятием вообще государственной политики? Ну, вот понимаете, вот такие вопросы. Ситуация-то. Вот если мы говорим о местном самоуправлении, представителем которого вы являетесь, то, собственно, местное самоуправление это, в общем-то, устранено от этой всей истории с и вообще от возможности влиять на формирование тарифов. Единственный тариф, который когда-то еще был оставлен в распоряжении местных органов власти, тариф на обслуживание домов придомовых территорий. Все остальное, электричество, газ, тепло, вода, даже формируется в Киеве. Да. Вот вы затронули ту же воду. Да? Вот сейчас там водоканал, все видят, что кризисная, очень серьезная ситуация. Каждый месяц, нам сказали, минус 3 миллиона прибавляется к долгу. Ну, ведь не встал вопрос, да, о том, что, ребята, ну, если в нашем тарифе 50% расхода больше, чем 50% это стоимость электроэнергии, так может вы, видя эту ситуацию, снизите для вот такого рода компаний стоимость электроэнергии? Ну, ведь также же вопрос никто не ставил, он не рассматривался. То есть пошли методом того, что ну, надо в очередной раз поднять и этот тариф. Я об этом говорю. То есть последовательная политика, выемки просто, да, ну, неконтролируемые выемки остатков там, каких-то крох из бюджета семей, бюджета людей. Я об этом говорю. Ну вот вы тоже так уж, коль вы упомянули тему воды, ведь на самом деле, когда у города было отобрано право формировать тариф на водоснабжение и водоотведение, и тогда, собственно, раздавались такие критические голоса, что ну а подождите, как же оно будет? Одно дело, например, город Херсон, который стоит на Днепре и берет воду. Водозабор, он здесь рядом. И другое дело, город Николаев, который находится в нескольких десятках километров от этого же Днепра и должен качать эту воду. Как же вот там вот наверху, увидят ли вот эту вот разницу? Ну вот теперь мы видим, что не очень-то и видят. Ну, я же говорю, что тут, по-моему, все очевидно. Никто не хочет смотреть дальше вот этих вот финансовых расчетов, причем достаточно краткосрочных. То есть стоит задача, извините, как бы урвать сейчас, а то, что будет завтра или послезавтра, уже не интересует. Ну, то есть я так понимаю, что, собственно, из того, что прозвучало выше, тема установки газовых счетчиков, тема возможной передачи газотранспортных сетей городу, возможной повышения либо установки арендной платы под объектами газотранспортной системы, которая, собственно, находится на территории города, тема еще ближайших и очень непростых дискуссий. Я в этом убежден. А тем временем вновь вспыхнул скандал вокруг управления коммунального имущества в городе Николаеве. И связан он с тем, что выяснилось, что в какой-то момент город Николаев потратил достаточно приличные деньги, несколько сот тысяч гривен, на разработку электронного реестра объектов коммунальной собственности. И оказалось, что, ну, как минимум вот сейчас, вот то, что происходило на уходящей неделе, начальник управления коммунальной собственности, ну, может показать это все в тестовом режиме. А сайт Николаевского городского совета, вот, собственно, буквально вот сейчас, если мы на него зайдем, там такой оптимистичный заголовок. Ура! В тестовом режиме заработал реестр объектов коммунального имущества. Но что такое тестовый режим? Говорят, до конца апреля он заработает полностью. Что там происходит вообще? Ну, вот если начать с того, чем вы закончили, то, конечно, для депутаты бюджетной комиссии, это просто, ну, мягко говоря, прискорбно. То есть вот такая формулировка. О чем я говорю? То есть я говорю, если говорить о документах и говорить все-таки о бюджетном кодексе, то деньги, бюджетные деньги, они перечисляются по факту выполненных работ, по акту выполненных работ, которых подписывает заказчик. Значит, соответственно, и говоря об этой ситуации, то речь идет о двух договорах. Первый договор – это на изготовление программного обеспечения, второй договор о его настройке, условно говоря. То есть там такая формулировка «межсистемное взаимодействие», ну, то есть русским языком, да, это настройка программы.
это уже возникает вопрос. То есть, если приобретается программное обеспечение, которое требует дополнительной настройки, это, мне кажется, уже вопрос. Но вы же не устанавливаете, там, не покупаете, не приобретаете, допустим, игровой диск, да, а потом вам же не возникает мысль еще заплатить за то, чтобы он у вас начал работать. Ну, не совсем логично, это раз. Второе, значит, в этой ситуации, первое, что деньги перечислены, платежки прошли. На сегодняшний день программного обеспечения, которое работает в режиме онлайн в интернете, его нет. Настройка не произведена, потому что нет что производить, а деньги уже ушли. То есть это вопрос уже, я со своей стороны написал обращение на профильного зама Степанца, который у нас теперь отвечает за вот эти вот все моменты. Я считаю, что это уже вопрос узких специалистов. Для меня тут узких все понятно. Специалистов из правоохранительных органов? Абсолютно верно. По моему мнению, да. То есть я вижу тут однозначную ситуацию. Ни о каком исследовании, тестовых каких-то режимах. Это все уже, извините, для меня пустые разговоры. То есть есть факт перечисления денег, фактов выполненных работ, которые подписаны и согласно которым документы находятся в онлайн-пользовании, можно посмотреть. Поставщик обязан уже предоставить все настроенное, все готовое, все рабочее. Вот, то есть для меня ситуация очень простая. Ну хорошо, что дальше? Написали вы на Степанца, ответит вам что-нибудь Степанец, а пока он будет вам отвечать, как раз наступит конец апреля, может оно и заработает. Ну, вы понимаете, тогда мы возвращаемся с вами к вопросу о том, что надо дать возможности команде мэра проявить себя. Ну, вот когда мы об этом говорили, да, то есть к структуре там и прочее все. Сегодня я считаю это еще одним там показателем того, как сегодня работает команда, которую... Ситуация выглядит на первый взгляд вот так, как она выглядит. Она выглядит таким образом, что деньги уплачены за работу, которая не выполнена. Абсолютно верно. Акты выполненных работ подписаны. Конечно. А работы, результатов нету. Ее нет. То есть, вы понимаете, дать рабочий материал и сказать, вы посмотрите, мы тут там видим, мы здесь видим. Это рабочий процесс, который может быть уместным в процессе разработки. То есть если договор в 2016 году подписан, то везде там прописано, вы же знаете, что до конца, до 31 декабря, действие договора до 31 декабря 2016 года. Все однозначно. Иначе просто не может быть в бюджетной сфере. И сегодняшний разговор или демонстрация тестовых каких-то версий, для меня это... Я правильно понимаю? Проплата состоялась в 2016 году? Однозначно, конечно. Разговор происходит сегодня, в начале апреля 2017 года. Да. Прошло несколько месяцев, ничего не готово. Ну так независимо от того, что ответит вам Степанец завтра или там в конце апреля, мне кажется, это уже основание для того, чтобы писать заявление в прокуратуру. Или я ошибаюсь? Ну, понимаете, ведь я просто хочу вернуться к своему пониманию этого процесса. Если сегодня депутаты должны заменить собой исполнительную власть, тогда просто надо принять это решение. Что сегодня исполнительной власти нет. Или там она не в состоянии выполнять возложенные на нее функции. То есть надо это признать и тогда в этом плане двигаться. И если все-таки мы об этом не говорим, а говорим о том, что сегодня есть специалисты, которые там пользуются доверием, получают зарплату, не просто штат, то есть они выполняют свои обязанности, то пусть тогда так это и будет. А если система не работает, сегодня есть представитель, который де юре, де факто несет ответственность, в том числе перед жителями города. Пусть дает оценку этому. Я вижу это так. Вы имеете в виду городского голову? Ну, конечно. Ну, извините, мы вот только сейчас, может быть, можем надеяться, что... Он где-то в июне-мае отчитается за свою работу за 2016 год. Очень все не быстро происходит. Я думаю, что наше общество, пройдя через тернистый путь, должно, оно в любом случае воспитывается и уже по-другому смотрит на эти все процессы.
Я думаю, что в любом случае те люди, которые интересуются, там к себе где-то какую-то галочку поставили или не поставили, это уже ну, вопрос к будущему, назовем это так. Есть несколько, скажем так, замечаний, которые вы высказали в адрес управления образования города Николаева, как минимум на своей Facebook-странице. На некоторые из них обратили внимание коллеги из интернет-изданий и, собственно, придали этому некую огласку. Ну, речь шла там о ряде злоупотреблений, касающихся там 36-й школы, касающиеся видеонаблюдения в школах, касающиеся приобретения бумаги. Да, я правильно понимаю? Ну, плодение бумаги, что если там? Быть правильным. Что там в подробностях? Да, ну я, в принципе, наблюдаю за старанием управления образования вот как-то войти в тему проектирования. Я вижу, что у них действительно это у чиновников управления образования действительно это получилось. То есть сегодня главный, наверное, проектант в городе – это управление образования. То есть с таким усердием плодятся проекты, что ну, впору просто грамоты вручать по этому вопросу. Но что ведь несет за собой, да, вот использование бюджетных средств на постоянное проектирование? А проектируется что? Ремонт проектируется крыш, все. Реконструкция крыш, строительство да. туалетов, что там? Проектируется все. Проектируются капитальные ремонты, проектируются крыши, проектируется строительство. То есть, ну, миллион, тут же, вы понимаете, вопрос же, вот вы уже рассуждаете как специалист, проектируется что? А на сегодняшний день я вижу из той статистики, которую провел, вот, допустим, в прошлом году сделано больше 20, ну, там, то, что я видел, то детально записал, больше 25-30 проектов. Из них, допустим, в новом бюджете отражение, да, на выполнение работ, там, единицы. Говорим, допустим, да, там, о 36-й школе, да, вот чуть дальше. То есть проект 36-й капремонта 36-й школы был сделан еще в период там, 14-15 года. В 2016 году выделено на это 11 миллионов на выполнение уже работ. Вот. Потом как бы, в процессе работ оказалось, что необходимо усиливать грунты. Да? То есть школа начала там, трещать, начала там, валиться. То есть, ну, давайте срочно надо сделать проект по усилению грунтов. Это уже вопрос, как принималось решение по капремонту, зачем это было делать. Ну, я прошу прощения, сама история с капремонтом началась из-за того, что, собственно, фундаменты начали просаживаться. Усиление грунтов, это, наверное, первое, что надо было делать там. Но, тем не менее, я же еще раз повторяю, что проект капремонта сделан в 2014 году, а в 2016 году был объявлен тендер на там 2,6, если я не ошибаюсь, миллиона, для того, чтобы начать укреплять грунты. И под это был заключен договор на отдельный проект. Вот. Но ведь самое удивительное не это. Самое удивительное, что после того, как в 2016 году 11 миллионов было выделено, то вот буквально в декабре месяце был заключен договор на очередной проект капремонта с тем же самым проектантом, который до этого его уже сделал и по нему выполнил работу. Это еще не самое смешное. Буквально в феврале месяце заключается новый договор на проектирование, который стоит уже не 76, а 260 тысяч. Этот же проект. А через месяц заключается еще один проект, договор на проект, но уже с допиской там, электричной мережи. Ну, понимаете, тут вопрос вообще в понимании этого процесса. Когда речь идет о проекте капитальный ремонт, он предусматривает в себе, ну должен предусматривать в себе все. То есть после того, как проект капремонта выполнен, это значит, что уже не нужно ничего. Я прошу прощения, не являясь специалистом, вот особенно в новой структуре городской исполнительной власти, а вот, собственно, оценку качества проекта должен давать заказчик, ну, в данном случае управление образованием. У них же может не быть специалистов, которые вот смогут посмотреть и сказать, да не, ну тут же мы грунт не укрепили, что же мы входим в работы, проект не годится переделывать. Или, подождите, мы не предусмотрели дополнительных электросетей. Ну, то есть, кто эту оценку должен делать в сегодняшней структуре городской исполнительной власти? Дело в том, что заказчик в любом случае подписывает техническое задание.
То есть, исходя из того, что заказчик прописывает в техническом задании, проектант проектирует. То есть, тут изначально, понимаете, идет ситуация. И для меня ответ очень простой, что если сегодня заказчик, да, там, своими силами не в состоянии дать, ну, задать, скажем, цели, да, того, что он хочет видеть. Ведь это не мешает привлечь специалистов, там, тот же УКС, там, да, и прочее все, и совместно это делать. Но исходя из того качества вот, работы, которую мы получаем, то есть почему постоянно вот эти новые проекты? Ведь потому что то одно забыли, то это не сделали, да, ну, то есть вот это уже заказчик наверняка будет объяснять это. Ну, а что с видеонаблюдением? Это отдельная тема, можем на нее перейти. То есть речь идет здесь о том, что меня заинтересовало, что выложили договора со спецификациями с одинаковым количеством использованных шнуров, использованных там шурупов, дырок одинаковым количеством на две абсолютно разные школы. Я в этих школах был. Ну, ладно, как бы это, то есть понятно, что шли от суммы. Ну, то есть я правильно понимаю, речь не идет о каком-то типовом проекте школы, который там в метрах приблизительно одинаковый? Я говорю, утверждаю, мое мнение, что шли от суммы, именно поэтому спецификации были одинаковые. Но ведь суть не в этом, суть в том, что на тот момент, когда я был в школах, то видеонаблюдение выведено, допустим, 56-й, по-моему, школе на космонавтов, в кабинет секретаря я вот публиковал, то есть стоит монитор возле выхода, секретарь сидит за своим компьютером, как бы, ну, я просто не вижу смысла в этом, в таком случае, оно никому не надо. То есть я задал вопрос, а почему не поставили, сидит же при входе, сидит там дежурный, охранник, неважно. То есть, ну, это его, я считаю, задача. Если вообще это делается. Или тогда в таком случае не надо. То есть я же говорю, что какая стоит задача. Я понимаю, что в этом случае задача стояла, что о, у нас есть проект, там, давайте видеонаблюдение. А давайте там, а сколько это может стоить? Да, вот столько, а давайте отправим. Ну вот так это было, по моему мнению. Такая же ситуация и как в 4-й гимназии, понимаете. То есть не при входе стоит монитор у дежурного, а стоит у секретаря там. Ну, зачем это? Они не занимаются этим. У директора там своя работа, у секретаря своя работа. Ну, не в состоянии за этим следить. Я об этом говорю. То есть, правильно ли я понимаю? Управленческие решения. Правильно ли я понимаю, что порочная практика освоения бюджетов процветает? И это при том, что действительно у местного самоуправления, у города Николаева в том числе, появляется больше финансовых возможностей, но эти деньги просто осваиваются. Да, в самом, к сожалению, неприглядном виде. Ну и, собственно, опять же, если смотреть, собственно, мониторить вашу страницу в Фейсбуке, а как вот то, о чем мы поговорим ниже, и даже телеканал Интер заинтересовали некие темы, то эти темы касаются нашего жилищно-коммунального хозяйства, работы департамента. Что там? Ну, там, в принципе, не паханное поле, потому что один из крупнейших распорядителей коштев бюджетных. Да, это действительно так, и я с сожалением вынужден сказать, что и там вопрос сегодня с качеством принятия управленческих решений, прежде всего. Почему я говорю, что вот тендер, который привлек мое внимание, речь шла о цветах, о клумбах, да, которые предлагалось благоустроить, высадив там цветы, он начинался с 800 тысяч. В итоге к концу тендера цена упала в 4 раза. То есть она опустилась до 200 тысяч. Это уже мне стало интересно. То есть на каком, как так прописывали техническое задание, как проводили... Сейчас кто-нибудь скажет, ну что ж Зоткин-то недоволен, ничего себе. Хотели потратить на цветы 800 тысяч, а потратили, потратим в 4 раза меньше. Нет, это действительно прекрасно. Вот. Но вопрос же у меня возникает следующий. Из каких соображений прикидывалась цифра, понимаете, я об этом говорю. И когда я начал узнавать этот вопрос, то оказалось, что значит, цифра боролась из соображений того, как это делалось там, в прошлом году, плюс все-таки прикидывали опыт ценовых политик, назовем это так, других городов Украины.
Вот. Но самое смешное ведь оказалось, что основная компания, которая у нас the best, да, в этом направлении, Зеленхоз, который, ну, на него как бы долгие годы все равнялись, он фактически опустил свою цену до 200 тысяч, а выиграл предприниматель, который дал 198 с копеек, ну то есть 199 тысяч. Разница и в 1000 гривен. И после того, как я все-таки просмотрел договор, который был заключен, то оказалось, что, допустим, вот стоимость растений, да, которые высаживаются там, ну, интернет же теперь у каждого есть, Google там все выдает, то есть те растения. Цена растений в интернете и в заключенном договоре разнится в разы, там, от 30 до 10% в стоимости, которая прописана в договоре с предпринимателем, и стоимость, которую показывает интернет, как бы она вот, вот таких вот, в таком вот разнице. Это после того, как цена упала в 4 раза. Там в какой-то момент вы начали говорить о фракции песка. Помните, мы шли к зимней посыпке улиц. Ну, это контрольная история тоже получила продолжение. Да, если уже, как говорится, контрольный, извините, да, то тогда тут тоже не смешная ситуация, на мой взгляд, потому что отслеживал я и критиковал тендер по песку. Речь идет о закупке 6000 тонн песка для создания песчано-солевой смеси в зимнем посыпке дорог в осенний и зимний период. Меня как возмутило, я вот, ну, просил дать объяснение мне, почему было отклонено предложение фирмы, которая предлагала этот же объем песка на 120, если я не ошибаюсь, тысяч меньше, чем победитель в итоге, да, предложил. Но мне было разъяснено, что в документации, которую предлагал вот участник с более дешевой ценой, фракция песка на 0,4 миллиметра крупнее, а это окажет негативное влияние на создание песчано-солевой смеси, возможно, там тормозной путь увеличится, там прочее. Но каково же мое было удивление, когда, отчитываясь о выполненном бюджете за 2016 год, представитель департамента как победу презентовал новое решение, в котором они решили отказаться вообще от песка. То есть для того, чтобы уйти от мусора, который надо будет убирать, они решили просто использовать соль. То есть и сэкономить таким образом... Хорошо, а с песком, да, что? Ну, с песком что? С песком что? Закупали по договору 6 тысяч песка, да, тонн купили. А сегодня передали ЛО «Автодорог» 4 тысячи тонн песка. А сейчас у них 3,5 тысячи тонн песчано-солевой смеси осталось, мы же не использовали. То есть тут два вопроса. Где рассыпали 2000 тонн песка по дороге? И второе, куда теперь эти 3,5 тысячи тонн песчано-солевой смеси, которая уже приготовлена? Что теперь с этим делать? Ну, в песочнице ты посыпешь. Так это возвращается опять же к тому, о чем мы говорили. Так это, может быть, должны быть не риторические вопросы, а оформленные уже в конкретных каких-то, извините, уголовных делах? Я считаю, что, понимаете, надо быть последовательным все-таки. Если сегодня, ну, скажем, команда взяла на себя ответственность в этом плане, значит, либо она должна иметь смелость признать свои ошибки, там, в конце концов, какие-то меры должны быть приняты к тем людям, кто рождает, да, вот такие вот управленческие решения. Ну, либо как-то должно быть иначе, возможно. Мы же все равно говорим, с вами выходим на политическую ответственность, так или иначе. Так мы договоримся до необходимости. Хорошо, прибережем эту тему для других спикеров партии «Оппозиционный блок». Павло Зоткин, депутат Миколаевской Мирской Рады, фракция партии «Оппозиционный блок», член постоянной депутатской комиссии испытаний экономичної та інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Бусь вашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще. Спасибо. Успіхів вам. До бачення. До свидання.